Привет всем! В этом видео смотрите, как нарисовать две половинки сердца, которые можно соединить. Первую половинку рисуем красным. 1, 2, 3, 4. 4 клеточки. На следующем ряду справа 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь, чтобы не ошибиться, будем рисовать сверху вниз. Рисуем 7 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь 8 на одну клеточку больше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь снова рисуем 8, только сместившись на одну клеточку вниз. Первую пропускаем и дальше 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь от самой нижней этой клеточки спускаемся лесенкой вниз на одну. И теперь вверх через одну. Одну пропускаем, одну рисуем. Снова пропускаем, снова рисуем одну клеточку. И еще раз одну пропускаем и одну рисуем. Дальше можно продолжать и красным, но для второй половинки я возьму розовый. Теперь от этой клеточки поднимаемся на одну клеточку вверх лесенкой. И снова три клеточки вверх через одну. Одну пропускаем, одну рисуем. Одну пропускаем, одну рисуем. И снова одну пропускаем. И одну рисуем. Хоть я взял розовый, но он практически от красного не отличается. Теперь от этой нижней одну добавляем вправо, получится две. И теперь от только что нарисованной еще добавляем вверх 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Получилось на этом ряду 8. Дальше снова рисуем 8, только уже поднимаемся на одну клеточку вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь снова будем рисовать сверху вниз, как здесь. На одну клеточку меньше рисуем. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 4. Первую пропускаем и вниз 4. Все вот так вот, абсолютно несложно, мы нарисовали по клеточкам сердце, которое можно соединить.